Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. И сегодня мы свяжем жилет. Вот тут у меня связан. В конце посмотрите на мне фотографии и видео. Сейчас краткая информация. Жилет оверсайз. Изначально это должен был быть свитер. Но мне не хватило пряжи. Немного я не подрасчитала. Я вязала из вот этой вот бобинной пряжи, которую вы не купите однозначно, потому что мне ее дал заказчик. Вот. И она из стока, поэтому как бы аналога ее я вижу только вот Alizella на Gold Plus 140 метров в 100 граммах, 700 граммов на такой вот жилет. Жилет, еще раз повторюсь, оверсайз, общая ширина 70 сантиметров, длина 78 сантиметров. То есть он объемный, большой. Вот рукав 20 и 38 до рукава длина. Значит, спицы 7 миллиметров я использовала, плотность вязания 12 петель 10 сантиметров и 14 рядов 10 сантиметров. То есть вот этой вот пряжи, эти спицы, эта плотность получится вот таких вот размеров жилет. Если хотите уменьшить, то можно убрать вот с изнаночных как бы дорожек по одной петле, либо варьировать плотность вязания. Вот. Значит, набирать петли я буду на одну спицу. И две первые петли — это классический набор. Потом меняем местами. Ниточку сейчас покажу еще раз. Далее классический. И обратно, если при классическом у нас вот так вот ниточка, вот так вот мы делаем, то здесь обратно нить мы переснимаем и изнутри поднимаем петлю. Одна классическая, одна поворотная, перевернутая, поворотная, не знаю, как сказать. Одну так, одну изнутри, вот так вот назовем, одну классическим способом, вторую изнутри. Вот петельки у нас образовывает вот такую вот пару 12. И тут хочу посоветовать, девчонки, четная петля всегда классическая, нечетная изнутри. Вот если вы запутались, что вы провязывали сейчас, вот четная классическая, нечетная изнутри. Так, еще раз считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Это все дело замыкаю в кольцо и вяжу резинку 2 на 2. Фиксирую это все дело и начинаю. Вот если последняя, смотрите, она будет лицевой, то и первую я провязываю лицевой. Далее вот каждая пара — это двойка петель, да? Значит, 2 изнаночные, вот здесь вот следим, да, чтобы мы в разброс не попали. То есть каждая пара у нас должна соответствовать двум одинаковым петлям. Видно, да, вот видите, они так разделены попарно. Так и вяжем резинку 2 на 2 и высоту резинку 2 на 2. Я провязала, смотрите, 5 рядов всего, ни много, ни мало, ну, совсем чуть-чуть, потому что в этом модели не нужно намного. Еще на что хотела обратить внимание, смотрите, лицевая петля вяжется, сейчас, изнаночная петля вяжется за заднюю стенку, которая находится за спицей, чтобы петли у нас были развернуты. Здесь в этом узоре и в этом джемпере нам не нужны скрученные петли. Вот здесь вот для начинающих такой вот момент. А лицевая вяжется за переднюю стенку, которая находится на спице ближе к нам. Вот таким вот образом. Так, изнаночная за спицей стеночка, лицевая перед спицей. Ни в коем случае изнаночную не вязать за переднюю стенку, только за заднюю, которая находится за спицей.
И то же самое с лицевой, ни в коем случае вот так вот не вязать, получится перекрученная только за вот эту вот переднюю стеночку, чтобы развернутые петли были. Итак, далее у нас что распределение петель. Я не буду использовать никаких маркеров. Тут самое главное, первый ряд, вот пройтись по первому ряду. Идти я буду вот с этой вот точки. Вот такая вот у меня схема. Чуть неправильно нарисовала я косы. Видите, я их вот так вот расширила, потому что коса у нас должна быть шире, а здесь 6 петель. То есть у меня узкие получились 18, а широкие 6. Ну да ладно. Идем мы с этой точки вот таким вот образом, в таком направлении. Да? 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь 18 лицевых. 12 здесь пишем изнаночные. Изнаночные. 18 лицевых. Один, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Шестнадцать, 17, 18. Далее 6 изнаночных. Изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я пишу каждый раз, я, может, вас задерживаю, но вы уж меня простите, потому что я сама запутаюсь. Значит, 18 лицевых. Потому что если я не буду так писать, я запутаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. Далее 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 лицевых. 1, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 изнаночных. 18 лицевых. 18. И здесь у нас 12 изнаночных, потому что эта боковушка здесь у нас 2 раза по 6, просто потом мы разделим пополам, ну, на переднюю деталь и на спинку. Так, 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 18 лицевых, лицевые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. 18, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 лицевых, 18, 6 изнаночных, 1, 2, 4, 5, 6, 18 лицевых, лицевые, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 изнаночных и 18 лицевых получается. Так, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 18 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И 18. Вот, мы прошли круг. Теперь я буду ориентироваться, раз я не ставлю маркеры, на вот этот вот хвост. И вяжу сейчас, ну, пока, это потом я буду ориентироваться. Начало ряда на вот эту вот нить. Значит, сейчас я вяжу по узору. Там, где изнаночные, опять же, за заднюю обязательно стеночку. Я вяжу изнаночные, где лицевые, там будет коса, и я вяжу лицевыми. Так. Вот. И таким образом продолжаю. Лицевые тоже за переднюю стенку, все как и при резинке, ничего не поменялось, только поменялось количество лицевых и изнаночных. Я вяжу далее. Так, девчули, начала я 9 ряд. Смотрите, провязала я всего, если смотреть поясно, это я уже 9 начала, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. И сейчас я нахожусь в 9 ряду, это не считая резинку. Вот одну спицу использую как вспомогательную. В 9 ряду мы делаем первую косу. Изнаночные петли, понятное дело, мы провязываем. Коса у нас состоит из трех частей. Схему я рисовать не буду, потому что рисовать здесь как бы и нечего. Значит, снимаю я 6 петель на вспомогательную спицу. 3, 4, 5, 6. Ну, будем надеяться, что не слетит. Теперь вяжу 6 петель с основного вязания. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у нас остается 6 петель. Теперь
вяжем эти 6 со вспомогательным спицы. 1 2 3 4 5 6, и в последнюю очередь вот эти последние 6 петель. 1 2 3 4 5 6, изнаночные, просто изнаночными, это промежутки между косами. А сейчас я попробую, ну и так далее, понятное дело, что все косы именно таким образом, а я сейчас попробую беспомогательные. 4 5 6, и тут 1 2 3 4 5, наверное, не получится у меня, это эксперимент, вам повторять не обязательно. Это не получится, слишком много петель. 6 и 6 6. Ой, не, девчонки, видите, хотела вам перед вами повыделываться, ничего у меня не вышло. То есть нужно пользоваться вспомогательной спицей, по-другому не получится, потому что 6 петель много, поэтому не выделываемся, а пользуемся вспомогательной спицей. 3 4 5 6. Просто мне страшно, что она будет слетать. Ну, может и нет, может я приловчусь. 1 2 3 4 5 6, может взять потолще вспомогательную. 1 2, сейчас попробую. 3 4 5 6, и последние 6. 1 2 4 5 6. Сейчас возьму толще спицу, может просто толще спица удержит. 1 2. Так, а ну пробуем с толстой. 1 2 3 4 5 6. О, надо толще спицу, чтобы она на ней более-менее фиксировались эти петли, тогда оно держится, видите, потому что та выскальзывает в один момент. Да, надо толще спицу. 2 3 4 5 6, теперь со вспомогательной. 1 2 3 4 5 6. Отлично, вот, надо толще спицы. В общем, такой фокус я провожу со всеми косами, и потом далее вяжу точно так же, как и здесь, по узору, где изнаночные, там изнаночные, где лицевые, вся коса 18 петель лицевыми петлями. Так, провязала я еще этот ряд до конца и еще 7 рядов. То есть всего у нас раппорт будет составлять 8 рядов, вот эти косы. И вот смотрите, как удобно считать после вот этой вот косы, где у нас был переброс, дырочка. И здесь я по перемычкам считаю в изнаночном ряду. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Это значит, пришло время делать следующую косу. Следующая коса у нас, первые 6 петель будут нерабочими, вторые 6 и третьи 6 мы будем перебрасывать. Как это будет выглядеть? 6 петель провязываю. 2, 3, 4, 5, 6. Беру свою вспомогательную спицу, одеваю 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в этот раз мы их оставляем перед работой. Провязываем последние 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. И теперь провязываем вот эти вот 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Теперь переброс у нас пошел в эту сторону. И так все наши косы. Так вот все наши косы. Далее то опять же по узору, и через 8 рядов вот так вот вы посчитаете, вы делаете потом переброс уже вот этот вот, то есть чередуете. Один раз у вас уходит коса вправо, один раз влево. Итак, провязала я 54 ряда, 36 сантиметров вот от начала. 54 ряда. Вот сколько у меня раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ну, как бы не 6, а 3 раппорта. В принципе, это потому что раппорт, вот он, 2 косы. Вот. Ой-ой-ой. И значит, буду я делить на отверстие для рукава. Разделяю я сейчас это вязание. Вот в тех полосах, где у меня по 6 петель. Я разделю по 6, по 12, то есть 6 у меня останется на этой тех спицах для спинки, либо для передней детали, в принципе-то и не важно, а половина останется здесь, 6 петель. Смотрите внимательно, сейчас у меня вот, смотрите, ряд какой, это третий ряд, если смотреть по вот этому раппорту. Нет, это, ну да, это третий ряд. Вот он, переброс был, и еще один ряд. Смотрите, чтобы вот это как бы был нечетный ряд в раппорте, потому что нам нужно, чтобы коса, переброс у нас был на лицевой стороне. Поэтому я сделала ряд с косой, потом еще один круг провязала, как бы так называемый изнаночный ряд, и вот этот как бы лицевой, то есть нечетный ряд, я его, в нем делю это все и буду вязать поворотными рядами. Сейчас мы с вами посмотрим, как там лежат петли, потому что здесь у нас при круговом изнаночная за заднюю, лицевая за переднюю стеночку. Сейчас мы посмотрим на круговых рядах, как это все ляжет. Так, и вот у нас наша боковушка. Здесь я провязываю 6 петель. Так, 6. 6 остается там. То есть я поделила все пополам. Все петли. Половина у меня осталась на одной спице. 102 петли. И 102 петли я отделила сюда. Сейчас я. Ух ты! Прикручу спицы и далее вяжем поворотными рядами. Ничего не меняется, кроме сейчас мы посмотрим, в этом ряду еще видно не будет, потому что он у нас первый ряд как бы лицевая теперь за заднюю, но я не уверена, сейчас посмотрим в следующем, в лицевом ряду, видите,
лицевая, лицевая за заднюю стенку, а изнаночная за переднюю. Вот здесь вот наоборот. У вас не отличалось полотно, да, на круговое вязание от поворотных рядов. Так. Значит, провязала я после разделения нашего. 31 ряд. Вот. И сейчас я перехожу на ту вторую половинку. В сантиметрах я вам потом еще все покажу схему. Вы, вернее, уже, я так предполагаю, показала, что схема у нас есть. Значит, сейчас ровно столько же провяжу вторую половиночку. Вот она. Видите? Сколько? Как раз для рукава. Вот видите, здесь такая волнистость получается. Мы наберем из каждой кромочной и чуть-чуть подтянем рукавчик. И оно прекрасно. Так, значит, начинаем мы с лицевого ряда. Опять же, чтобы... То есть вот здесь вот мы развернулись и отсюда начинаем. С лицевого ряда обязательно. Вот не запутайтесь, чтобы потом у вас коса получилась на изнаночную... Ой, не получилась на изнаночную сторону. Так. Ну и все, я вяжу точно столько же, тоже 31 ряд вверх. Потом мы соединим это все дело. Вяжем. Обе части. И сейчас я соединяю просто эти две части в круговое вязание. Каким образом? И сейчас я соединяю обе две части в круговое вязание. Вот каким образом? Смотрите, я беру одну петлю с этой детали и одну с этой. Сейчас у нас будет здесь, будут сокращения идти. И провязываю обе кромочные изнаночной вместе. То есть одну петлю мы сократили. Сейчас мне нужно эту ниточку закрепить. Так, вяжу до другой стороны. Здесь у нас в этом джемпере будет эффект кокона, поэтому сокращения все мы будем делать в каждом ряду. Нам нужен такой очень крутой скос плеча. Тут я довязываю до конца ряда и тоже обе кромочные присоединения я провязываю изнаночной вместе. Вот одна и вторая я перенесла, переношу теперь обратно и провязываю вместе изнаночной. Далее мы все эти, вот эта петля, которая у нас осталась при соединении, она у нас будет ведущей. Так, здесь мы снова, девчонки, внимание, опять у нас меняется, так как это у нас круговое вязание. Теперь изнаночную мы вяжем за заднюю стенку, а лицевую за переднюю. Таким вот образом. Теперь мы просто вяжем по кругу, при этом здесь вот по плечу мы будем сокращать петли в каждом ряду, девчонки. Это у нас... кокон.
дохожу я до плеча. И вот все время у нас здесь не будет лицевой изнаночный ряд. Здесь, то есть четные и нечетные, мы делаем это, эти сокращения в каждом ряду. Вот видите, раскручивается спица. Значит, каким образом мы берем, вот смотрите, вот у нас петля, которая была последняя, можете ее обозначать маркером. Значит, та петля, которые две вместе провязаны были, петля до нее и петля после нее. То есть это у нас ведущая, и по одной петле с каждой, с передней и задней детали мы сокращаем в каждом ряду. И так продвигаемся. Здесь у нас будут вот такие вот скос рукава. Ну, так, девчонки, довязала я до того момента. Смотрите сейчас. О, господи, боже мой. У меня здесь осталось, значит, по одной петле, которая центральная, и по 66 на передней и задней детали. И всего сокращений пока на данный момент у меня, не считая, или давайте считать с этими, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 раз у меня это все правильно. Тут же было 3, 4, 5, 6, да, 18. Значит, здесь я пока вот до этой точки я дошла 18. По 3 петли вместе я тут провязываю. Правда, здесь вот 2 петли один раз в начале, а так по 3 петли 18 раз. И теперь мы будем делать горловину. Значит, давайте я еще одну. Сейчас я перед горловиной, где я нахожусь. Здесь у меня 66 петель. Вот так вот это. И когда осталось 60 петель, 66 плюс вот это одна. Здесь у нас одна и одна. 66 петель здесь, 66 петель здесь. Плюс по одной вот этих вот ведущих. И сейчас я буду делать вот здесь вот горловину. Это мы будем делать поворотными рядами. Так, буду рисовать здесь. Для тех, кто первый раз делает Значит, нарисовала то, где мы находимся здесь. По одной петле. 66 здесь и 66 здесь. Так, для выреза я для начала оставлю вот эти вот 10 петель центральных. Я их прямо сейчас отмечу маркером. Смотрите, 6 петель по центру и по 2, вот косы я беру, по 2 петли. Раз. И 2. Все сокращения вот здесь по бокам мы продолжаем делать. Значит, сейчас я прошлась, сейчас я нахожусь в этой точке и вяжу ряд сюда. Здесь я выделила 10 петель, 66, уже понятно, что там было 66, 10 петель я отделила маркером, и до маркера я вяжу. Здесь у нас будут поворотные ряды. Здесь уже кос. Кстати, забыла сказать, что как только я начала делать плечо, косу я здесь переброс уже не делала. Там у меня уже он не входил. Так, я довязываю до маркера. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. Здесь делаю вот таким вот образом воздушную петлю, захватываем и вяжу поворотный ряд. Опять же, теперь у нас меняется изнаночная петля за переднюю стенку в изнаночном ряду. Так, давайте будем считать воздушную петлю. А что я одну? Вы видите, что я сделала? Так, довязываем до маркера, вот он наш маркер, и поворачиваемся. Поворачиваемся и делаем воздушную петлю вот таким вот образом, накидываем.
затягиваем хорошо. Здесь нам свобода не нужна, здесь нужно тугенько. И вяжем поворотными рядами, поворотный ряд изнаночный. При этом, смотрите, у нас опять изнаночная. Если в поворотных рядах, то она за переднюю стенку, лицевая петля за заднюю стенку. То есть, если смотреть на схему, мы довязали до маркера, в этой точке мы повернулись и вяжем сюда. Здесь мы провяжем 3 вместе, вяжем по спинке, здесь провяжем 3 вместе и вяжем сюда. А здесь не довяжем 3 петли. Сейчас все мы пройдем. Нет, здесь мы довяжем до конца пока. Это 3 петли, девчонки. Здесь нет. Здесь довязываем до маркера в изнаночном ряду тоже. Со следующего ряда будет 3 петли. Так, в изнаночном ряду 2 петли вместе, 3, вернее, 3 вместе у нас будет провязываться лицевой, потому что там мы провязывали изнаночными. Вот она, вот эта центральная петля, 3 петли вместе лицевой в изнаночном ряду. Никакие петли местами мы не меняем, поэтому здесь все максимально просто. Пока вяжу, чуть-чуть вам поговорю. Сейчас вяжу до вот этого плеча. Хотела изначально я вязать свитер, вот это должен, не должен был быть жилет. И вот я сейчас на этом этапе уже вижу, что у меня остается всего 100 граммов пряжи. Поэтому я придется мне делать жилет. Ничего не поделаешь, потому что нечего, нечем давить. Так, здесь на втором плече тоже у меня будут сокращения. То есть сокращения мы как делали в каждом ряду, так мы их продолжаем делать. Ничего не меняется. Вот они, 3 петли вместе лицевой. Так, здесь я довязываю до маркера. Поворачиваюсь, делаю воздушную петлю. Точно так же, как и здесь. И вяжу поворотный ряд лицевой теперь по кругу. То есть вот здесь я повернулась и теперь вяжу по лицу. Сюда, вот здесь вот уже мы не будем, не довязывать 3 петли. Здесь в реглане тоже 3 петли делаем, и здесь мы тоже 3 петли провязываем вместе. В лицевом ряду мы провязываем эти петли 3 вместе изнаночной петлей. Так, здесь мы не довязываем 3 петли. Вот смотрите теперь. Здесь воздушная петля и 3 петли. То есть всего 4, если считать вот эту вот воздушную дополнительную. Но она у нас потом уйдет. Так, здесь мы повернулись, сделали тоже воздушную петлю и вяжем изнаночный ряд. Тоже делаем на плече сокращение. Не забываем. Сокращения у нас делаются все время. В изнаночном ряду лицевой петлей.
вот они. Так, здесь тоже 3 петли. Смотрите, воздушную мы не считаем. 3 петли еще одну я провяжу и поворачиваюсь. Всегда делаем при повороте воздушную петлю для соединения потом. То есть здесь я провязала. Я уже по 3 не буду вам писать, потому что это само собой разумеющееся. Здесь не довязала 3 петли. И вяжу лицевой теперь ряд. И не довязывать буду 2 петли. В общем, вяжу. Уже, я думаю, понятно. Не буду я озвучивать эти 3-3-3, потому что они там всегда. Так, здесь мы не довязываем 2 петли. Вот она воздушная и 2 петли. И поворачиваемся. То есть мы провязали лицевой ряд. 2 петли. Повернулись. Изнаночный ряд. Тоже будет 2 петли. По сути у нас вот здесь вот, видите, вот здесь вот все остается. 3-2. 3, здесь 2 еще пока нет, сейчас будет. Петли уменьшаются, и мы приближаемся к горловине. А здесь у меня должна быть, вот смотрите, вот здесь попадос получился. Ну ничего, здесь мне нужно сделать косу. Я как раз сейчас вместе с вами мы ее и сделаем. Значит, здесь у меня раз... Хорошо, что опомнилась вовремя. Значит, вот смотрите, здесь у меня был перебрус сюда. Значит, эти 6 петель я не провязываю. У меня пойдут в дело 2 и 3 6 петель для этого. Я снимаю 6 петель, 5, 6, и здесь в изнанке будет наоборот, то есть в лицевой стороне, на лицевой стороне мы оставляли их перед работой, а здесь мы оставляем за работой и провязываем изнаночные 6, следующий, 3, и потом со спицы. Это только на спинке, на передней детали уже никакие косы мы вывязывать не будем, потому что там будет деформироваться вырез. Поэтому там уже оставляем все как есть.
и ничего не делаем. Вот на спинке я еще, конечно же, провяжу эти бусы. Так, вторая коса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, назад. Здесь у нас изнаночный ряд, 2 петли мы не довязываем, и далее у нас будет по одной петле все время. Сейчас я вам покажу. И буду вязать уже без камеры. 2, значит, здесь у меня 3 плюс 1 дополнительная, здесь у меня 2 плюс 1 дополнительная. Поворачиваемся, вяжу лицевой ряд. Здесь уже у меня закончились лицевые петли, пошли изнаночные. Совсем немного уже осталось. Мы так плотненько подойдем к горловине. Зачем, я вам объясню сейчас. Для того, чтобы, девчонки, мы будем добирать для горловины. Я хочу такую теперь уже, пока вязала, переосмыслила. На остаток пряжи, что у меня останется, я хочу связать горловину, но не под горло, а такую, чтобы она была свободна. Но при этом, чтобы вот это, понятное дело, чтобы была свободна, нам нужно побольше петель, но они могут растянуться. Поэтому я подберусь ближе к горловине, перейду на тоньше спицы, чтобы как бы укрепить это основание, и потом доберу петли и буду вязать горловину вверх. Так, здесь вот теперь, вот смотрите, здесь у нас 3, 2 и теперь 1. Теперь все время у нас будет вот таким вот образом. 1 дополнительно, 1, вот она, из основного вязания. Я поворачиваюсь с изнанки, и то же самое. Каждый раз мы делаем воздушную петлю, но теперь вот все время у нас будет по одной. Я сейчас провяжу вместе с вами еще изнаночный ряд. При этом по 3 вместе мы так и вяжем на протяжении всего вязания, прям до самой горловины. Вот.
Так, вот, смотрите, здесь тоже одна. И сразу поворачиваю. То есть, в принципе, это две, но одна не из основного, одна дополнительная. Ну, если вам проще считать, что две, вот две. И так каждый раз. И каждый раз мы будем теперь продвигаться далее, далее, далее. И по две петелечки вот у нас будет. Где я сейчас нахожусь? Вот так вот это у меня выглядит сейчас. По спинке у меня вот крайняя петля. Вот последние три вместе я провязала в изнаночном ряду. Здесь у меня уже вот эта петля. То есть, что это значит? Что по вырезу у меня 10 петель, потом 3, 2, 1, 1, 1. Сколько же раз 3? По одному. Значит, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не, 6. 6. Это поворот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь проверяем. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вы должны остановиться. Вот сейчас это я неправильно нарисовала. В точке вот этих вот сокращений. Вот оно последнее. Что я сейчас буду делать, девчонки? У нас такая ситуация по вырезу. По спинке нам петель будет достаточно, а по передней детали мне нужно будет добавить. Я беру спицу тоньше. Здесь у меня 3,5 миллиметра. И соединю. Здесь мне нужно по горловине немножечко стянуть, поэтому здесь я повернулась с изнаночного ряда. То есть вот я вязала, 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 здесь у меня 3 вместе, и я поворачиваюсь, потому что здесь вот одну я оставила. Точно так же делаю воздушную петлю. Конечно, вот этот погон проще вязать сверху. Но сверху неудобно потом распределять косы. Вот поэтому у меня вот такие вот приколы. Значит, здесь я буду вязать изнаночным, один ряд изнаночными петлями. И при этом еще добавлю дополнительные. Вот, и спицами 3 миллиметра. 3,5, вернее. Так, здесь уже 3 вместе, я не провязываю ничего, тут в принципе-то и нечего провязывать. Здесь у меня вот она воздушная петля, вот эта петля последняя, 3 вместе, и вот она одна осталась, а здесь уже воздушная петля. Ее я провязываю вместе со следующей петлей изнаночной, следующая воздушная, со следующей петлей изнаночной. То есть мы их сокращаем. Они нам нужны только вот для вот этого соединения. И вот таким вот образом мы продвигаемся. Так, значит, здесь все равно дырочки остались. Так, теперь мне нужно добавить дополнительную петлю. Значит, здесь... Господи. Итак, здесь я провязала вот центральная 3 петли. И теперь мне нужно добавить дополнительную, которую я тоже провязываю изнаночной. Эту провязываю со следующей. 1. То есть добавление мы будем делать через 3 петли. 2. 3. Добавление. Из протяжки и провязываем изнаночную. Так, осталась у нас воздушная петля со следующей петлей вместе. 1, 2, 3. И воздушная петля из протяжки. Один.
Да, здесь остается воздушная петля, которую мы тоже со следующей провязываем вместе изнаночной, и делаем воздушную петлю, то есть 3 и воздушная петля дополнительная. 1, 2, 3 и воздушная дополнительная. То есть мы добавляем каждую четвертую петлю. Это нам нужно для объема передней детали. 2, 3. Так, здесь, смотрите, здесь теперь у нас на второй половине дополнительная, вот она здесь, значит, вот эту мы провязываем с дополнительной следующей. То есть, если на этой половине у нас дополнительная была первая, а потом основная, то здесь у нас наоборот. То есть, основная вот и дополнительную мы подтянули. И теперь... То есть воздушную петлю, а здесь вот после 3 петель дополнительно. Вот, смотрите, основная. А, нет, здесь мы просто провязываем. 1, 2. Вот 3 вместе и дополнительная петля. Изнаночная. 1. Так, теперь 2, 2 и 3. Здесь уже пошло по одной петле и дополнительная петля. Вот она основная, а вот дополнительная. То есть смотрите, если дырка, то нам в любом случае надо вот эти две петельки соединить, закрыть эту дырочку. Это так ориентировочно, чтобы вы не путались, где основная, дополнительная. Вот я их соединила. Смотрим, следующая дырка, это значит, что опять нам нужно две вместе. Соединила. И так вы так и ориентируйтесь, девчонки, так будет проще всего. Где у меня дополнительная должна быть? 1, 2, 3. Нет, вот она. 1, 2. Еще раз. Соединила. А теперь дополнительная. Ой. Так, я поменяла спицу, потому что мне уже здесь не пролезает, к сожалению. Вот. И вместе теперь дополнительная. 1, 2, 3. Теперь дополнительная. Изнаночная. Снова, видите, дырка. Соединяем. Но здесь уже ничего не добавляем. Все. Ряд мы провязали по кругу. Теперь ряд мы вяжем. 1 лицевая, 1 петлю снимаем нить перед работой. То есть полая резинка у нас начинается. Лицевая. Нить перед работой, лицевая, снимаем, нить остается перед петлей, лицевая, снимаем. Так, лицевая снимаем, и вот я провязала круг. Девчонки, цепляем маркер, чтобы понимать, где у меня начало ряда, где конец ряда. И что я делаю? Не цепляю, пока оставлю так, потом прицеплю, потому что мне нужна короткая леска. Мне очень неудобно, я меняю спицу, заменю на короткую леску, чтобы в круговую вязать удобнее. Так, теперь
второй ряд, что мы делаем? Там, где у нас была провязана, видите, лицевая, мы ее снимаем, нить теперь заработать, изнаночной провязываем вторую. То есть та петля, которая была провязана, она у нас снимается, нить заработай во втором ряду, та петля, которая снималась, провязывается. Правильно сказала? Та, которая провязывалась, снимается нить за работой. Та, которая была снята, провязывается изнаночной. То есть наоборот. Теперь еще хочу вам показать один фокус. Вот смотрите, в тех местах, где у нас вот так вот, вот такая вот некрасивая протяжка, вот смотрите, мне нужно провязать изнаночную, я ее переснимаю, с изнанки подхвачиваю эту протяжку, одеваю на левую спицу и возвращаю эту петлю и провязываю их вместе изнаночной. Тогда у нас не будет вот этой вот протяжки. Далее у меня все нормально. Вот там, где появляются вот такие дыры, вот она, изнаночную, которую я должна про... Нет, это тут нормально. Тут вроде бы нормально, но можно подтянуть. То есть хватайте только с изнанки эту петлю снизу, подхватываете и с изнаночной, не с лицевой, не в том, не в первом ряду, когда лицевые петли вы провязываете, а когда вы провязываете изнаночными. Вот здесь уже у меня все нормально. А там, где, если вдруг видите дырочка, протяжечка, подтяните. Так, все, круги. Вот видите, и они все теряются. Ну, считаю. Значит, подтягивается. Теперь я далее вяжу по кругу, точно так же чередую эти два ряда. Теперь я буду провязывать лицевую, а изнаночную вторую снимать нить перед петлей. То есть два этих ряда мы вяжем и чередуем. Вот вяжу как первый, эту снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, потом наоборот. Так, я посчитала общее количество петель, у нас 76, я забыла посчитать, по спинке, девчонки, у нас сейчас на данный момент по спинке 32 петли, одна здесь, одна здесь, по переду у нас 42 петли, это значит, что 10 мы добавили, на 10 больше, правильно я посчитала? Да, 74, 75, 76, а то я вечно как насчитаю. И так поняли, да, я не вовремя, конечно, это пишу, 10 петель мы добавили. Теперь вот я провязала всего 6 рядов вот таким вот образом, полой резинкой. Достаточно хорошо укрепилось это все. И теперь я перехожу на те же спицы, что я и вязала. 76 петель. Смотрите, вдруг у вас где-то какая-то петля потеряется. Следите хотя бы за тем, чтобы было кратное 4 число петель, потому что здесь я перехожу на резинку 2 на 2. Я вот так вот сделаю. 2 лицевые, 2 изнаночные. И вяжу по кругу. Вот у меня сколько хватит пряжи. Оставлю чуть-чуть на обвязку рукавов. Вот. В общем, вяжу я вверх,
резинкой 2 на 2, уже не затягивая ничего, только вот этот вот кусочек мне нужен был для фиксации горловины. Так провязано. Вот смотрите, теперь видно хорошо, что здесь у нас горловинка будет держать форму, не будет растягивать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 30 рядов я провязала. И по сантиметрам сейчас я вам скажу, что у меня без обработки здесь в сантиметрах. Сейчас я буду это все дело закрывать. 20 сантиметров у меня. Закрывать петли я буду просто по узору. Я петли провязываю по узору, как они лежат, потом первую одеваю на вторую. И так по кругу, не затягиваем. Здесь у нас должно быть такое свободное полотно, поэтому затягиваем. Так, смотрите, закрыла я все петли, вот оно так выглядит. Теперь вот этот кончик я, смотрите, где у нас первая петля, я ее подцепляю, протягиваю кончик в нее и вот в эту же петлю, где мы закончили. И вот так вот у нас получается законченный стык. И увожу на изнанку, здесь я лицевую петлю вот так вот как бы вплетаю это все. Вот она получается, ниточка в петле, в лицевую петлю, в изнаночную так не получится. Теперь интересный момент. Сейчас мы будем обрабатывать пройму. Вот шнуром Айкорд. Одну я вот уже сделала и вернулась к той же. Вот она. Вот таким вот образом мы обработаем нашу пройму. Значит, для этого у меня есть две спицы носочные. 1,4, 1,4,5 миллиметра. Сейчас подождите, поищу одинаковую. Вот она еще, 1,4,5. Отлично. Это вот так вот. Так, для этого мне нужно набрать 3 петли. Что я и делаю. Для начала мне нужна вот первая петелька. Так, еще две. 1, 2. Так, теперь беру вторую спицу и провязываю один ряд, и первую петлю тоже провязываю. Она не провязывается. Ну да ладно, со следующего ряда. Так, один ряд провязала. Теперь я эти петли передвигаю на вторую сторону спицы и провязываю здесь первую петлю, вторую петлю, третью я снимаю на правую спицу. И теперь смотрите, цепляю вот здесь, вот где у нас началось разделение проймы, цепляю здесь петлю, одеваю на спицу, которая находится в левой руке, возвращаю вот эту не провязанную петлю и провязываю их две вместе, тем самым присоединяя. Есть. Так, видите, присоединила. Теперь снова возвращаюсь, провязываю две петли, все три петли. Далее каждый раз мы будем вот так вот возвращаться,
Один раз мы провязываем все 3 петли, один раз мы провязываем 2, 3 переснимаю. Далее вот следующая у меня идет кромочная, я ее поднимаю на левую спицу, возвращаю ту, которая на правой, и провязываю их 2 вместе лицевой. Все вяжем лицевыми. То есть один ряд мы просто провязываем, каждый раз мы возвращаемся. Здесь у нас сзади протяжка, но это не страшно, она затянется. Один раз вот мы провязываем весь ряд, а один раз мы провязываем 2 петли, а третью цепляем за кромочную. Так, следующая, смотрите, кромочная, мы цепляем за нее. Опять ряд холостой, без прицепа. Раз, два, три. В этом ряду мы цепляем. Раз, два, третью переснимаем. Смотрим, следующая кромочная, поднимаем ее и провязываем 2 петли вместе лицевой. И так мы продвигаемся, видите, мы продвигаемся вверх, цепляясь за кромочные. Вот таким вот образом продвигаемся по кромочным до верху, потом по кромочным возвращаемся вниз. Так, ну и последние штрихи. Вот смотрите, я дошла по кругу. Еще сейчас посмотрим. Да нет, уже можно соединять, потому что здесь вот оно, да, уже можно соединять. Значит, соединяю я, девчонки, каким образом? Крючком. Где мой крючок? Не знаю. Вот таким вот образом начинаю я, передвигаю спицу, начинаю сверху, как бы ниточка у нас опять же с протяжки. Сейчас возьму, с какой стороны, да, с этой удобнее, со стороны спица как бы сзади, а спереди вот эта часть. То есть я подхватываю здесь и одну петлю и провязываю. То есть я опять же сшиваю и закрываю петли. Третья. Эту нить я потом затяну. Так. А вот я ее прям сейчас так и вяжу. Так, и вот здесь вот смотрите, если тут у нас дырочка, то мы ее тоже прихватим. Так. Смотрите, если тут у нас как бы образовывается дырочка, то мы вот так вот я еще прихвачу и присоединю, чтобы аннулировать эту дырку. Так, ну и понятное дело, что это все нужно обработать, либо постирать, либо проутюжить, так как вы в моем случае это утюжка, а в вашем все соответственно вашей пряже. Значит, так, кончик я обрезаю для девчонки. А еще внизу у нас, смотрите, а здесь вот просто у нас все ровненько здесь, поэтому я просто вот так вот увожу ниточку
наизнанку от набора. И все. Уж говорю, обработка и примерка. А на сегодня я с вами прощаюсь, девчонки. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.